С Александром Павловичем дети здороваются как со старым знакомым. Член правления общественной организации «Оплот Донбасса» здесь частый гость. И каждый его приезд в Торецкую специальную школу-интернат номер 43 для ребят и преподавателей настоящий праздник. Гость, конечно, приезжает сюда не с пустыми руками. На этот раз все самое нужное для нового учебного года. Канцелярские принадлежности, упаковки бумаги, тетради. Предварительно мы согласовали перечень с директором школы для того, чтобы не было ненужных вещей, для того, чтобы, будем говорить, каждое наименование действительно необходимо для развития деток. Общественная организация «Оплот Донбасса», согласно своего устава, всегда старается помогать нашим юным гражданам. После того, как подарки выгружены, Александру Куренкову показывают классные комнаты. К слову, приезд гостя не прерывает ход учебного процесса в школе-интернате. И некоторые кабинеты, которыми по праву это учебное заведение может гордиться. И здесь школьный музей, но этим удивить сложно. А вот такую маленькую часовенку можно встретить не везде. Как и комнату ароматерапии и релакса с настоящей люстрой Чижевского. Еще одним кабинетом смогли удивить гостя. Здесь установлен уникальный электронный массажер и аппарат по изготовлению лечебных кислот. Кислородных коктейлей. Гости попробовали его с удовольствием. Сегодня в Торецкой специальной школе-интернате с 1 по 9 класс проходит обучение порядка 150 ребят. У них небольшие отклонения в развитии, которые не позволяют посещать обычные школы. Впрочем, по словам Людмилы Николаевны, директора интерната, к концу обучения по многим показателям ребята даже превосходят своих сверстников. Все они требуют особого и педагогического подхода, и медицинского сопровождения, и коррекционной работы. И вы можете видеть, вот когда детки у нас маленькие, и потом, когда они в 9 классе, это небо и земля, как говорят. Они полностью получают весь опыт жизни и готовятся к тому, чтобы выйти в жизнь подготовленным. Большое внимание в интернате уделяется трудовому воспитанию. Ребята получают несколько профессий. Многое в интернате сделано собственными руками. А многое делается. Например, пока один из классов занимается на уроке физкультуры, у другого урок труда и практические занятия по уходу за растениями. Пока ребята занимаются и трудятся, мы вместе с Александром Куренковым покидаем интернат. Впрочем, член правления общественной организации отмечает, что ненадолго. Александр Платаренко, Александр Караваев, телеканал «Оплот».